Да? Мама, это старый колдун Эбонизер. О, нет, я не Эбонизер. Я его праправнучка Нетти Крэб. Прошу вас в дом, проходите. Спасибо. Мы интересуемся вашим прапрапрадедушкой, мисс Крэб. Можно нам осмотреть этот очаровательный дом? Мы будем очень рады. Мы? Мы с Эбонизером. Мы? А каждые 20 лет он возвращается домой и может появиться в любой момент. В любой момент? Его комната наверху. Можете ее пока осмотреть. Спасибо, мисс Крэб. Вы знаете, что хобби Эбонизера — черная магия. Черная магия? Думаю, вы обнаружите в его комнате немало сюрпризов. Не, без меня. Мне кажется, его комната в конце коридора. Спасите! Это старикашка Эбонизер! О, Шегги, это просто статуя! Статуя? Да, верно! Вот его комната. Поищем какие-нибудь улики. Ага, книга по черной магии, Скуп. Ну и абракадабра, слушай, заклинание для превращения в чудище. У кошки бложки, у жабы слизь, в чуду-юду превратись. Просто куром на смех. Да, куром на смех. Противоядие еще забавнее. В погребе печенье, в кувшине лимонад. Можешь превратиться, ты теперь назад. Чушь. Только полный болван может верить в эту чепуху. Да, полный болван.